Значит, ну, как бы решил избавиться от активов в РФ, да, то есть вот теперь мы что-то 495 миллионов рублей. Че так мало? Сколько было? Че мало так? Вот, 495. Где деньги, Волош? Полмиллиарда рублей мы, соответственно... А, ну так лучше. Полмиллиарда рублей мы теперь... Сколько? Полмиллиарда. Ну, мы должны будем выплатить, значит, Яндекс.НЛ вот этой голландской компании. А мы это, мы с тобой? У меня столько нет, если что. Если что, мне Яндекс не нужен за такие деньги. Вот. Точнее, не Яндекс, а вот это я.ру. Ну да. Там даже название не полное. Что мы покупаем, Вадим? Мы покупаем домен. Очень дорогой домен. Необычайно.